Привет от Аннушки. Я нахожусь в Будапеште, в городе, который соединяет в себе стиль советского коммунизма и буржуазного капитализма. Хочу показать вам парочку основных достопримечательностей, а именно вот рыбацкий бастион, который сейчас находится сзади меня. И вторая достопримечательность – это Будапештский парламент. Вот, огромное, массивное, красивое здание, с которым, я не знаю, нет фото только у ленивого, и даже у ленивого, наверное, это фото будет. Что хочу сказать, здесь очень тепло, здесь весна, по нашим меркам это, наверное, конец апреля, начало мая, ну, может быть, где-то середина апреля в хорошем случае. Но здесь плюс 14 градусов, поют птицы, растут вот такие цветы, то есть все готовится к тому, чтобы распуститься, зацвести и перейти плавно в лето. Так, ну что хочу сказать, город сам по себе очень красивый, достаточно. Очень много русских, все путешествуют, несмотря на то, что там еще не сезон или там отпуска летом, ничего подобного. Все берут и просто путешествуют. И если вы все еще там не взяли себе куда-то билет, обязательно возьмите, это недорого, потому что путешествие мне обошлось порядка, ну вот чисто дорога и хостелы без достопримечательности, без проживания, это где-то 12 тысяч рублей на одного человека. Так что смело берите, спокойно едьте и путешествуйте куда ваша душа угодно. Далее я планирую посетить Австрию, Вену. Это дорогой по меркам Европы город, но там ощущается стиль викторианской эпохи. Вот. Ну, на этом пока все. Я с вами не прощаюсь. Прощаюсь только на сегодня. Увидимся в следующий раз. Все, пока.